Приветствую вас, и ситуация заключается в том, что вопрос, который вы задали, является в большей степени областью юриспруденции и психологии. Исходя из того, что знаю я, и раз вы задали вопрос в раздел психологии, то можно сказать так, что к сожалению, гражданская жена не имеет права ни на что, ни на какое содержание денежное со стороны супруга, тем более в случае измен. Измены вообще отсутствуют в праве как юридический факт. То есть юридический факт заключения брака, есть юридический факт развода, есть юридический факт дети. Есть юридический факт, скажем, наследство. А вот такого юридического факта, как измена, нет. Потому что это не является объектом именно правовой сферы. Измена есть скорее в сфере личностных отношений. И потому никак не регулируется законом. Конечно, вы можете свой вопрос переадресовать в раздел юриспруденцию, там вам ответят более конкретно в том, что касается этого аспекта. А с точки зрения психологии, нужно сказать так, что вот вы спрашиваете, как вам поступить, и если твердо решили отношения не продолжать, если это ваше решение, если оно продиктовано значит, разумным подходом, а не эмоциональными переживаниями, не эмоциональным состоянием и не стрессом, если это ваше хладнокровное решение, которое вы считаете верным для себя, то это ваше право. Но, к сожалению, ни на какое денежное содержание со стороны гражданского мужа вы права не имеете. И то, что вам можно сделать в этом случае, в этой ситуации, это примерно следующее. Вы можете либо постараться отношения спасти, то есть извиниться перед мужем и сказать ему, что действительно погорячились, но проблему измены это не уберет, потому что если мужчина изменяет, значит, в ваших отношениях есть какие-то проблемы, и эти проблемы нужно решать вместе при обоюдном желании обеих сторон. Соответственно, если ваш мужчина не хочет их решать, то существенно понижается вероятность успешного, как бы, разрешения конфликтной ситуации. И вы можете, как бы, поступить по-другому, вы можете поступить как женщина гордая, как женщина своевольная и сказать, что измену терпеть вы не собираетесь. И если мужчина вас отверг, то это его право, а ваше право как бы его оставить и уйти. И вопрос заключается лишь только в том, значит, куда вы пойдете. И изменится ли ваша жизнь к лучшему, если вы уйдете от мужчины именно сейчас, когда вы еще учитесь и работы у вас нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Желаю вам удачи.